Так, Holiday. Ну, за одно месте. Ну, посмотрим, сколько пройдем. Мне очень интересно, что там вообще, кстати. Play. Не думал, что там таймер будет на 15 минут сейчас. А мы играли просто в настолку. Мы сейчас с ребятами Да? много играем в нашу настолку. Ну, тестируем свою же игру, Ну, я играем. понял, Потому что да. один дома сейчас лежит после больницы, и у него много времени там. Там у нас Так. 15 минут еще Таймер на было. 15 минут все-таки. Получить письмо. Я какое-то письмо получил, Серега. Ага. Оно на английском. Dear Santa. Need a Steam. Ему Steam нужен. Ну, пар, паровоз, да, который собирает дерево и уголь, и людей. Деревянный вагон не может быть позади угольного вагона. Вагон с людьми не может быть следующим После после угольного. угольного. Так, позади угольного деревянного не может быть. Значит, деревянный первый, второй с людьми, третий с углем. Все правильно. Да, Деревянный, так человечий может быть. и угольный. Ага. Деревянный, деревянный есть, уже нашел. Осталось найти угольный. Так, тут А, пробка вот какая-то, это не это, она. видимо, что-то не туда, да? Ну, короче, надо еще вагончики Да, поискать. да. А, вот какой-то нашел. А, нет, какой-то с подарками. Здесь какой-то тоже, вот смотри, еще есть. Ой, это не тот, правда. Так, а это что? Вот, наверное. Вот, пассажирский вагон. Ну да, это второй, да, он должен быть. Ничего себе, тут они Так, что-то намудрили. смотрим. Тоймейкер. Так, о, можно, кстати, Да. покрутить. Смотри, можно эту, кстати, посмотреть. И ничего не видно. Ничего нет, да? Здесь можно крутить эту, смотри, телескоп. Очень много подарков. Я думаю, блин, тут какая-то замануха может Да, быть у сто них. процентов. Блин, как? Смотри, Наверное, какое-то какой-то можно расписание есть. открыть. Той материал код, той материал код. Пластик, вуд, плаш, какой-то вон этикетка какая-то есть. Видимо, что-то складывать будет. А, есть Wood У Shavings. меня тоже есть. А, эти опилки, что ли? Don't disturb. Ничего себе. А, вот, смотри, вот здесь, видимо, Серега. А еще есть письмо? О, слушай, еще одно. Не знаю, Вон, тоже не создание тоже. игрушек, смотри, вот здесь есть как раз. Что с ним надо А, будет ага. делать? Это потом той мейкер какой-то есть тоже. Подожди, а как должен быть вагон выглядеть с этим для угля? Интересно. Кажется, мы его не А, видели вот он, пока. вот он, вот он, вот он. А, нашел, да? О, смотри, я Хаммер нашел. Так, что разбить тут им? Хороший просто. Смотри, какая-то коняшка еще есть. Коняшку можно будет собирать по кускам. Здесь Слушай, а какая-то как ладно. ударить молотком? Я А забыл. я кидался только молотком. А, только кидался. Серег, будешь печеньку, Серег? А, да. Пряничный, пряничный мальчик, зайчик. Тарелку разбили. Посткарт. Смотри, какая-то Время карточка, забываю, кстати, какое есть. управление. Ой, тут ящиков просто дофигища. Я думаю, что они Блин. пустые. А, нет, смотрите, сыр есть. Тут токены, наверное, всякие еще. О, нашел локомотив. А, ну вот надо Локомотив менять. нам, наверное, нужен. Да, вот вместо вот Убирай этого. вот эту цистерну. Да. Ага. Что должно произойти? Я сыр заберу на всякий случай, вот пригодится. Вроде пусто остальное все, да? Так, еще елка есть. Что-то у нас еще какие-то коробочки с подарками есть. Тут видишь еще какие-то вот елка стоит. Вот елка, и тут что-то надо как-то подарки туда раскладывать, то ли что. А это что за На паровозик? подарках всякие звездочки и цвет. Вот, мне Вот, кажется, это цвета, как-то смотри, вот влияет. здесь есть, вот Ага. цвета, смотри, видишь, нарисованы, видимо, вон на этой. Ага. Christmas tree. Думаю, сейчас я вытащу. Посткарты имеешь в виду, вот на Да, стенке да, 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 прикрепленная, да. Угу. которая. Ага. А вот тут Так. что-то тянки, ножницы или что, здесь какой-то медвежонок порезанный есть.
вагон с подарками. Так, пока не очень ясно, сейчас это смотрим. Малень. Так, а я тут двигал рычаг какой-то тут. Пока непонятно, что он делает. Что-то меняется? Смотри, я кручу рычажок. Что он делает, не ясно. Это типа тиски, я так понимаю, Серег. А, тиски? Ну, мне кажется, да. А, ой, реально. А, там токен тупо. Смотри, письмо, Серег. А, это письмо, которое... Белое, да, просто уже? Next Team. Да, я брал белое. На двери написано миссис Клей... Деревянный вагон, может быть, позади этого. С углем. При этом люди не могут быть следующие за Кол. Ну да, все правильно. Значит, получается, Кол Санта. А, вот же там подсказка. Локомотив, потом зеленый, потом красный. Локомотив. В смысле? Другой вон там внизу. Не, а может быть еще один вариант с соблюдением этих условий? А, слушай, смотри, видимо, это локомотив первый, да? Думаешь? Ну да. Ну да, мне кажется. А мне кажется... Смотри, у нас видишь с тобой по цветам? Смотри, что там был локомотив? Какой? Желтый был. Зеленый это первый вагон, красный это второй. Зеленый это первый вагон, красный это... А, у нас красного второго нет. А, красного нет второго, да. Может, надо местами поменять вагон? Нет, это локомотив. А, нет, он туда смотрит, да. Так, сейчас можешь показать еще раз картинку? Да, сейчас. Ты, кстати, печеньку сломал. Я не специально. Так, Санта-Джан-Сабыц. А ты веришь, что это локомотив? Сейчас. А, нет, игрушка. Смотри, The Wood, видишь, он зелененький помечен. Да, игрушка, зовут. Которая мне нужна, это паровой паровоз, короче, желтый. Который может тащить, да, деревянный, угольный и... Подожди, желтый паровозик, зеленый это желтый паровозик, зеленый это дерево. Так, и сейчас еще раз давай. Почему же красный там, да? Почему-то человечек красный, видишь, да. А человечек там типа торчит? Ну вот, нарисован. Ты вот даже видишь, нарисован. А, ну да. Ага. Ну, красного. Давай пробуем зеленый, так синий цвет нет. Желтый. Может как-то еще значки вот эти, значит, видишь, здесь где-то сердечки. Что-то значит, да. Вот, смотри, тут на елке подсказка, там тоже значки похожи. Ну, квадратики, вот... кружки. Ну, что-то их там больше, как минимум. И не. Блин, а с елкой-то можно что-нибудь сделать? Да вообще? Не, с елкой вообще ничего делать нельзя. Подожди. А что за кнопка здесь? Замки цифровые, что ли? Что здесь замки? Ну да, замки, видимо, открываются, когда у нас с тобой этот паровозик поедет. Так, а что еще есть? Сапоги, ничего интересного нет? Нет, сапог пустой, сапог можно выкинуть. Второй сапог. Тоже пустой. Так. У нас в машинке еще с тобой есть кит. Подожди, а что у нас... А, у нас тут нужен... А, ну здесь не нужен ключ. Погоди, у меня сыр есть. Смотри, что должно произойти. О-о-о! А дашь что-нибудь взамен? О, смотри, токен. Токен, блин. Я-то думал, что-то будет интереснее. Я тоже думал, сейчас там меч плюс 10 ко всем параметрам. Смотри, прям. Надо 3 дерева, чтобы что-то переработать. У меня есть 2 опилки, вот опилки и вот опилки. Давай пробуем что-то вот туда кладезь засовывать надо. Вот по этой схеме, да? Ну да. То куда это засунуть? Той материал код. Quality Assurance. А вот здесь какие-то звездочки еще у нас с тобой есть. Что за звездочки отличают? Да, я пока вообще не понял. Что-то вообще непонятно. Тут какой-то код. Блин, надо там музыку что, убрать. Я ненавижу эту песню. И так, вот. Она бесит X03. Меня. X03.
Ты должен, наверное, здесь сделать X03. Здесь нет такого. Вот эти печеньки, видимо, надо тоже перерабатывать, да? Да, видимо, да. Я забыл, раббар. Это что у нас? О, я не помню все равно. Рабба. Надо понять, что такое плаш и рабба. Сейчас я загуглю быстренько. Так, печеньки плаш. Одинаковые. Блин, вообще непонятно, что пока. Ой, плаш. А, ну это плюш, собственно. А-а-а. Плюш это плюш. Так, а раббар. Что-то вообще все забыл. Раббар. Резина. Так. Каучук. Понятно. Так. 2, 6, 7. 5, В, 3. Да, вот надо скрафтать. Надо как-то, да, но я знаешь, что не пойму. Как. Здесь написано Create a Toys. Но здесь ничего не происходит. И как его а открыть? Есть куда, куда ключа, закладывать, у нас ключа нету, видимо, Серег. А какой нужен? Куда? Открыть, чтобы, чтобы заложить туда, да, есть материалы? Элефант. Пони есть какой-то. Чё? Ой, что такое? Какие-то инструкции, как собрать животных, что ли? Ну, видимо, нам ингредиенты нужны, видимо, под эту тему. Да. И ингредиенты мы вот в эту фигню. Там 5 металла. Ну, так, блин. У меня 3 дерева есть, но я не знаю, что не пойму. Вот здесь же какой-то код надо еще набрать. Видишь, здесь нажимается. А что он здесь нажимается, не совсем понятно. Давай с паровозиком разберемся все-таки. Желтый, зеленый. Красный. А, слушай, красный можно сделать путем смешения синего и желтого. Насколько я помню. Не. Мы ж не знаем, какой четвертый, кстати, при этом. Слушай, ну по подсказке тут есть наоборот. Есть зеленое сердечко, смотри. Красный крестик, желтый квадратик. И тут три. Получается желтый, синий и зеленый. Ну, и чё? Один лишний да. Синий. Да. Желтый, синий, да, и зеленый. Ну, а чё? Ну, видишь, оно не срабатывает, чё? Ну, мы же правильно прочитали? Давай еще раз посмотрим, все правильно тут? Ну, давай, да, еще раз сейчас. Я просто думаю, что может дерево не может быть позади сейчас угля. Сейчас я немножко себе нарисую. Люди не могут Behind, это ведь позади, да. Следующим после угля. Может, Behind точно позади? Да, да, конечно. Ну и тоже людской вагон не может быть после угля. Ну, все правильно. Так, если поменять первый со вторым, получится что-нибудь? Имеешь в виду так? Если людской первый под эту херню... О, получилось. Сработало. Так, у нас с тобой какая-то коробка. Как ее открыть? Я же говорю, да, поэтому тут, ну, есть два решения у этой последовательности, как минимум, я думаю, ну, даже хотя больше. Да. То есть... Кстати, я нашел резину, кстати говоря. О, отлично. Так, а что в коробке? А ты я не знаю, открывал ее? Я не могу ее открыть. Да? Ну, закрыто, да. Нажать просто мне. А что нарисовано? Toy Train. Так. Ну, да есть что-нибудь? Тебе же молоток есть, глубоким молотком. Давай. Нифига? Блин, ну такое себе. Давай на пол. Давай ее. Create a Toys. Не, ну это ерунда. Не будет он так работать. А, может разбить молотком стекло, собственно. Чтоб мы смогли туда заложить ингредиенты-то. Да, тоже нам надо сюда, в эту фигню, как-то положить.
Так, а что у нас еще? Я просто что-то не вижу, что у нас вообще еще интересного есть. Ну, я тоже, да. 1, 2, 3, 4 и вот ABCD. Что вот это обозначает? Я так, а что в трубу... Блин, труба зачем-то нужна. Да. Там кого-то можно посмотреть в трубе. Тут же крутится, да, она? А, может, надо, чтобы перекрестие там по центру где-нибудь оказалось. А, вон же там 4 звезды на стекле, видишь, наверху? Да, вижу, ага. А, вот, значит, надо правее сейчас. Ой. Блин. А я если смотреть буду... Во. А, вот здесь поизображены, как они расположены. О! Еще чуть-чуть, можно левее? Левее сейчас. Да, вот так. Да, все. Да, все? Так, левая на 10, правая на 7. О, мы сейчас откроем как левая раз. Левая на 10, давай сейчас. Правая, даже наверное, вот так все. Минуточки, так. Правая на 7. А какие левые нижние, правые нижние сейчас? И на 6 часов хобби. Давай. Так, сейчас 6 часов и. Все, отлично, мы с тобой открыли. О, и вот все, теперь закладываем туда. А что закладывать? У меня резина есть. А что надо-то? Я не знаю пока, что надо. Давай пробуем резину вот чисто заложить, отправить, посмотрим. Что будет? Не-не-не, я так... Резина так и есть. Может быть, надо собрать всю картинку? Весь материал? Сейчас. Нет, вот я пока не пойму, что такое 4v3, 4v4, вот это вот. 5. Это, это тип кода игрушки. Тип кода игрушки. А, он набирается вот там, что ли? Подожди, вот а у нас. Ну видишь, здесь какие-то не другие. А, нет. CD 1.3.4, да, понимаешь? Так, короче. У нас есть траки. А давай ради прикола трак засунем туда внутрь. Можно? Да, засунуть? давай. Ну это. А, сюда? Да. Не, он выплевывает. А если сюда? Что если переработать о, его? Уехал, да, куда-то? Угу. Ну и приехал. Ничего это не дает. Не, тут как-то, смотри, там было вот x3 дерево, например, да? У меня есть 3 дерева. Давай да, попробуем, да. Сейчас. Давай. Блин. А, я не могу быть ему больше. Да, я могу тут поменять. Ну, давай попробуем. Ладно. Может по очереди, да, фиг знает. А! Чем? Сейчас. Блин, вот 4v4. Нет больше писем. Блин. Что-то я вот с этим не пойму, да. Чуть не знаю. Как коробку открыть, непонятно. Может коробку запихнем туда? Давай попробуем. А, да. Давай, кстати. А, подожди, сейчас пробую сейчас такую коробку запихнуть. А. Обычная. Ну, кстати, это мусор. А-а. Нифига. Так, блин, а этот ящик коробка. Открывали нижний? Да, открывали. Ну коробка просто коробка и коробка, она как бы, ну давай пробуем запихнуть. Что-то, ну навряд ли что-то коробка будет. А, слушай. А, всё, засталось, смотри. Один ой. Есть. Коробка просто? Нет, той, как паровозик, которая. А. Блин. Может вагоны туда попихать? Да нет, скорее всего надо какой-то этот еще у нас с тобой должен быть. Смотри, а здесь еще вагончики были. Другие какие-то, видишь, смотри, посткарт. А, кстати, да. Ни хрена непонятно пока. Вы что это за тоймейкеры, не понимаю. Ну, точнее, что вы здесь... Ну, здесь может какой-то листочек... Ну, создатель игрушек. Не, я понимаю, да. А-а-а, Серёг, я вкурил. Смотри, у нас с тобой есть... Рокинг Лэн, да, вот D1, B4, A3, D2, C3.
Вот что нам надо сделать. Нам надо сделать на D1 ноги. А, все, ну давай с подставки начнем. D3 там было, по-моему. Ну, давай D1 сначала, просто я запомнил D1. А. Подожди, а что это за схема? А, ты думаешь оставить только? Я... Ну, не, только мне надо кажется, понять. Надо было все беленькими оставить. Почему? Или нет? Ну, не знаю. Может быть, сразу несколько можно сделать? Что значит рокинг? Рокинг юникорн. Рокинг рогатый. Ну, единорог, короче. Навряд. Нет, юникорн единорог. А, сейчас, рокинг. Ну, рок — это камень вообще. Ну, просто надо понять, что будет делать тогда. Ротка, качающийся. Так, а это кто у нас? Это у нас слон. Элефант. А у нас нет такого, видишь? Даже бот, тайгер, панда, бир, тирекс. Что-то не понимаю ни хрена. Подожди, ну сейчас пробую сделать. Не знаю. Например, вот я кинул 3 дерева туда. А. Uh-huh. Не, видишь, их выбрасывает. Блин, а что он выплевывает? А сюда больше одной детали нельзя положить, да, вот на этот постамент? Блин. Не, ну, по идее, вот здесь надо. Надо просто понять, как из этого сделать. А, Серег, наверное, знаешь, что надо? Я понял. Надо жить всю комбинацию. D1, D2. А3, D1, D2. Скорее всего, так надо. Только надо понять, что-то запихнуть. А, подожди, да, это уже. А3, С3 и Б4. Там же вон еще внизу подсказка, только нифига не видно. Вуд 2, Вуд 1, Вуд. Низа. Убери курсорчик. Все дерево. Все дерево. Нам может быть только одна часть. У меня 3 есть. Не, погоди, давай знаешь, как пробуем сначала сделать? Я вот. Ой, что у меня реконнектинг. Так. Ты тут что, дисконнект был какой-то? Да. Ага. А3, С3 и Б4. Блин, у меня дисконнект опять. Меня в меню выкидывает. Меню выкидывает? Блин. А, нет, пока не выкидывает. Сейчас. Ну, сейчас реконнектинг идет. Ну, знаю, давай, может, давай, меня... давай, я тоже жду. Чуть непонятно. Сейчас гляну. Не, интернет работает. Ну, а если закрыть крестиком? Ну, крестика нет, есть только кнопка return у меня. Это побешивает. Блин, а что так, у меня тоже только кнопка return у меня. Хотя мы друг друга нормально в диске слышим. Блин, что-то дисконнект на серваке. Давай, тогда выйдем заново, начнем, ну что толку ждать? Ну, потому что какая-то херня. Так, а, ну тебя, кстати, вообще выкинуло. Из пати. Или меня. Кинул. Да, фиг знает. Сейчас, секунду. Ага. Ой. Так, погнали. Ну, сейчас просто быстренько сделаем начало. Так. Это второе. Людской где паровозик там прятался. Людской первый. Помнишь, как там расположены, да, звезды? А, звезды. Да, сейчас. Так, так. Это так, а эти 2 на 6. Точно? Да. Так, и теперь здесь. Так, принты забираем. Так, и теперь. Угу. Зеленый, красный, желтый, синий, желтый, зеленый. Чего? Нет, у нас нету локомотива. Я забыл. А, где локомотив, он... да. Где он был? Да. Так, моточек. Ящик, по-моему, в каком-то. Да, видимо, да. А, вот в этих, наверное, скорее всего, ящиках был. Да, вот он. Да, все. Блин. Так, что надо сыр взять? Ты же сыр был.
Так, за ленту. А, а письмо ты взял уже, да? Нет, письмо не брал. О, странно, почему нет письма? А ты забагал, что ли? Слушай, а письма нет, прикол. Так уйди, сдерни кнопку Get, Letters, вон, получи письмо. Ну, оно белое. Так собери его внутри, вон, разверни. А, да? Разверни, а, я... О, письмо другое, смотри, Серега. Ой, у меня другое. Может, там не одно письмо было? Вот, одно про паровозик у меня. Так, второе... Fork... И... Подожди, а у меня про что письмо? Как поживаешь? How is... Чё? I was good things here. I... Чё, really... Want a pony. Thank you. Say hi to the left. Он хочет пони. Он хочет так. Пони, во. Смотри, он точно хочет пони. А, написано, да? Да, ага. У нас как раз пони с тобой есть. И как собирается пони? Надеюсь, короче, мы в роли Дед Морозов. Дед Морозов, видимо, да. C3D3. Сейчас напишу, пробую. C3D3. Потом, что там еще у нас? D4, A4, так, A4, D4, и нам надо понять просто, как теперь найти Вуды или что надо найти, и B2. Сейчас, вот так. Так, надо теперь понять, как надо... Подожди, может быть... Подожди, а вагончик же деревянный, нет? Понятно. У нас, смотри, у нас, видишь, что замки здесь какие-то есть, Серег? О, что за пазл комплит? Лучше, что сделался? А что сделал? Просто комбинацию вот. Нажал. О, офига себе. Прикольно. Ну-ка. Да, все, это вторая. Ну да, зависла она. Слушай, а еще одно письмо не будет? У меня есть еще одно, правда, я нифига в нем не понял. Ну-ка, давай смотреть. Сейчас. Ой. Это возьми, да, это да, с поездом. Да. А, вот, да. У меня... С поезда можно выкинуть. Там ничего не понятно. А внизу... Santa knows. Записка с... Нет интернета на Северном полюсе. Используйте URL. Декодинг мануал, да. I left you. Overlay. Я очень прошу вас о помощи, типа. Ага. И он тебе отправляет ссылку, да? 5v2, смотри, вот видишь в конце 5v2. Что такое 5v2 было? 5v2. Бир. Надо мишутку сделать. А еще x04 в начале есть. Но это, наверное, не относится. x04 плаш. Что такое было? А. Плюш? Во. Плюш. Плюшевый мишка. А, плюшевый мишка. Вот. Блин, прикольно. Мишка. Смотри, ну-ка, давай пробуем. Ну-ка, давай. Так. Ой, пустой открыл нечаянно. Так, сейчас. Откроем. Так, так. Да ладно, серьезно? Так просто, что ли? Видишь, он просто сломанный. Давай делать его, значит. А еще. А, или может его сделать? А у меня, понимаешь, у меня есть с тобой пони, юникорн и элефант. Из этих, из... Это уже надо не сделать. Мне кажется, надо медведя заштопать как-то. Опять В2 это что в итоге? Мы так и не поняли. 5В2 да? Это бир, вон медведь на картинке же нарисован. Ну да. Подожди, а если... Синяя... Слушай, Серёг, мне кажется, здесь надо сделать. Синяя... Красная... Вот по ёлке, по левой, зелёная, ты думаешь? Зелёная, да. Сейчас, зелёное сердечко здесь, да. Да. Жёлтая... синяя и красная. Либо верхняя, либо нижняя. Значит, нижняя. Блин. Хера. Просто знаешь, что я думаю? На замке, видишь, закрыты. У нас верхние два ящика с тобой закрытыми замками. Ага. Синяя, красная, зеленая. Желтая. А, подожди, а может вот так? А
желтый и синий, это же зеленый. Ну да. Желтый плюс синий, зеленый. Красное это. Зеленое сердечко это тоже здесь. Желтый квадратик. Синий этот. Подожди, ну сейчас. Так. Так. Нет. Так. Так. Ничего не произошло. Ну, это что-то точно есть, Серег, 100%. Что-то с этим надо тоже делаться. Там больше, чем уверен. Потому что правую мы сделали вроде, да? Ну вот мы правый паровозик сделали для правой. Угу. А может надо паровозики расставить как-то? А у нас паровозик. О, смотри, еще наверху лампа активная, люстра. А я пробовал его болтать, я пробовал, так и не понял, да? Что она, что-то ничего она не дает нам. Угу. Ну да. Может молоток в нее запулить? Да можем. Он у тебя? Да. Попробуй. У нас есть еще, смотри, куча коробок лежит. Я вот их пробовал валять в тот раз. Может, там что-то упадет оттуда? О, упало. Ну да, я просто в прошлый раз начал, но не довалял. Может, там что-то есть сзади? А как ты до них вообще дотягиваешься? А как-то мышка наводится. А, вот, 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 сейчас, да, вижу. А, блин, здесь уже не достает. Ну нет, там вроде тоже коробки. Блин, что-то последнее. Ну так, а что еще здесь есть? Надо какие-нибудь коробочки складывать, ящики. Вот, не, они не складываются тоже. Просто реально остался тут. Вот а давай вообще, может еще леттер может быть какой-то. А, не, все. Ну да, нужен плюшевый медведь. Блин, может его починить можно каким-то раком? Тоймейкер. Может его в тоймейкер запихнуть, медведа? Ну попробуй, а что-то он даст тебе. И нам надо его изготовить, а у нас кода нет. Понимаешь, этот код был нужен чисто вот для вот этих вот рисунков. Ну да, да, да. Вот тут три рисунка, да? Да, 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 я скинул. А, и все. А, пони, единорог и слон. Блин, где-то медведь должен быть, значит. Так, синяя, красная. Блин, вроде вот так должно быть. Ну, я уж тут все варианты спробовал. Да. Может, они совсем ровно стоят? Просто видишь, как было, смотри, здесь зелененькая была ниже, видишь, чуть-чуть, мы вот эту вот играли. Здесь мы брали желтенькую, синенькую. А. Здесь пониже синенькая, но у нас и синенькая нет пониже. А, то есть, да, в последнем ряду нет синий. Да, вот в чем, видишь, как бы она немножко пониже изображена. На одном уровне. А, ну так синяя это... Сейчас. Нет, мы синие. Не-не-не-не-не. Не красная, а зеленая. Ой. Блин. Может зеленая вот эта, нет? В первом ряду, которая. Не, ни хрена. Ну и подсказку возьмем. Или он сейчас подскажет в любом случае на эту карточку. Подожди. Мне в общем такое чувство сакральное. Дрезина есть. Чем дрезина, что интересно. Да, синий это. Синий цвет это зеленый плюс желтый вообще. Там может быть. Да тут такого лишь варианта нет. Может они типа один идентичные были про одно и то же. Так, тут подожди еще раз. Нет. Так, тут это красный.
Сердечко. Дальше этот. Синий. Где должен быть еще жетончиков куча, но если вот так вот. Блин. Замануха. Да пипец какой-то вообще. С медведом с этим. Давай возьмем сказку одну. Блин, я уверен. Ну да, он на елку показывает. Логично. На елку, да? Ну да. А, ну вот то, что мы пытаемся, ну, да? Ну да, да, да. Как раз он показывает. Бери следующую. Кругляшок. Ну, как раз это и показывает. Ну и что-то не. А, он пока нельзя все равно брать. Погоди, а, слушай, может тупим. Может, это... с другой стороны? Не, вот, во, все, все понятно. Мы тупим с тобой жестко. Ну, расскажи мне, я до сих пор не понимаю. Ну, раз ярус, два ярус, три ярус. Господи, вот, вот и все. Ну, да. И что не происходит, ничего. Сейчас, погоди. А, вот. Блин, да, мы думали. Смотри, вообще. Мы слева направо думали, а тут так же. Во, у нас URL-кодер есть с тобой. Той материал и той тайп. Ну, мы с тобой, в принципе, это определили, по идее, да? Да, да, это мы, кстати, так, Вадим, давай это вторую сделаем. Давай зеленая, красная, желтая. Желтая. О. О. О, нитки для мишки. Да, заштопать мишку. Давай. А куда их? Давай. Ну давай, как. Подожди, надо, наверное, медведя посмотреть, на него нитки применить. Да, все. Е-е-е. Я рискую направлять. Блин, вот мы с тобой. А как же мы паровозик сложили тогда? Что было с паровозиком? Вообще случайно, видимо. А, нет, паровозик мы сложили, он от елки не зависел. Мы просто поменяли, когда вот два вагончика местами. Дерево и другой. Подожди, а что произошло? О, тебе надо все ключ делать. Я ключ отправил на него. Чего? Ключ надо перезаготовить. Какой? А, собственно. Смотри, А1. Так, сейчас. B3, C24. Давай сейчас. А, C2, C4. А1, нажал. B3. И B3. А что нам надо для него было? Металл. 4 металла надо. А что у нас металлическое есть? Металл, 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 металл. X05. А где металл? Что металлическое у нас есть с тобой, Серег? Ну я не знаю. Машинки? А, кувалда, собственно. Кувалда, кстати, да, да, пробуем засунуть. Ага, фиг там. А может он так произойдет? Без всяких раз. Да, по-моему, да. Мне кажется, он так должен. Без материала. Да. Да, да, я вообще, честно говоря, вот не понял вот правую табличку. Нафига она? То и материал под. Два пластика, там, три металла, бред. Угу. Вообще не понял. Что-то, кстати, да, для чего она была нужна? Слушай, ну все получается, мы с тобой прошли. Слушай, мы игру прошли, прикольно, да. Прикольно. Где даже кубок заработали. Че, пошли на одну сгоняем какую-нибудь маленькую катку? Блин, ну они наверняка упоротые все, да, для задротов. Ну одну какую-нибудь. Ну давай, давай. Какую? Мне что-то надо поставить тоже будет, у меня же не установлено. Типа. Ну я сейчас, мне кажется, тебя позову, они установятся. А, нет? Ну maybe. Да, Free, я пока Pile, ничего не вижу. Island. Millennium Falcon. Здесь куча. Давай в February Top Community Rooms. Есть. Они все, скорее всего, очень большие, такие, знаешь, на вечерок, типа. Money Murder Mockup. Ну, сейчас я скачаю. Может, тебе не надо просто скачать будет, сейчас глянем. Сейчас быстренько качается. Просто интересно ради прикола, хотя, так скажем, потестить. Не, ну там, скорее всего, да. Люди там, скорее всего, задротские вещи какие делают. Ну прикольно, что есть воркшоп на самом деле. Это прикольно, что можно свое что-то ляпать. Это да, это да. Потому что я помню, играл в некоторые порта из Portal 2. Угу. Камера, это пиздец. Просто там такая жесть. Там просто надмозги, знаешь, делали. Так, а что у нас? Когда ваш друг здесь, вы можете нажать старт. Ну а что? Что-то крутит колесико. Подожди, можете на тоже скачать? А у тебя нету списка карт?
Ну, подожди, у тебя вот игроки, а правее нету лабиринтов и Egypt, вот этого нету. Нет, у меня правее серенькое level и серое окошко level not installed. Click here to install it. А, ну вот, давай кликну, сейчас посмотрим. Ну давай, давай, может быть тебе тоже что-нибудь скачать надо. А, вот, Money Murder? Да, 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 ну... да, да, да. Ага, я не знаю, просто что это, но просто что. Подписался. Подписался, отвечай. Типа, а вот, все отлично. Типа топчик. Февраль-февраля. А еще они там по месяцам. Блин, что у меня окно не закрывается? Прям ну что-то игра повисла, походу. Ожидаю отклика программы. А, мне вроде это. Мне пишут, что ты ожидаешь вот. Другого игрока. Все, гружусь. А, угу. Все, отлично. Все? Че? Че? Welcome Mansion Great. Хоть же профессор Габриэль Филдс. Так, tips. Explore room completely. Play with sound on. Time yourself and comment your time. Use that zoom in. Have a fun. Ну окей. А дальше что делать? Так, шляпа. Смотри, у меня есть шляпа, в которой написано Engenwood. Не знаю. Чуть как-то. Нет, смотри. Че? Place the top hat on the coat rack to begin. Расположите пожалуйста. Вверх шляпу. Я уже сделал. Не, ну все. Да. Что-то... Свет потух. Что-то им... по темноте. Я тоже. А ты на что ее положил-то? На это, на вешалку. А. Да. Еще говорят, Z тут надо будет использовать, видимо. Не, давай сначала включим свет обратно. А как мы включим теперь? Ну, сними шляпу оттуда, мне кажется, не? А я не могу. А, не можешь? Mm-mm. Подожди, а какая вторая была записка, блин, да. Блин. Вообще пока не ясно. Чё, ну, вообще ничего не активное. А, о. Вот, я что-то взял кочергу какую-то. А, ну пошуруди камин... угольки. Пошуруди угольки, может и разжечь можно. Fireplace, да, а, всё, рожок. Всё. Вот. Ага. Супер, ну пошли дальше. Что тут как-то тут? Так это другая комната или нет? Я что-то понять не могу. Это другая комната, в отличие от той, в которой мы начинали? Ну, видимо, да. О, я нашел ломку. Блин, тут фиг. Ничего не активное. Ну, я фомку нашел, если что. А. Можно что-нибудь разбить и пробовать. Видимо, нет, нельзя. Так, вот есть замочек в двери. Да, сейчас. Сейчас. Где замочек? Там, в коридоре. Сейчас дверь поломаем. С замком. Подожди, смотри, у нас часик еще есть. И тут какая-то лежит книга, карта. Карта треф и тройка. Блин, тут особняк целый. Не, смотри, минимум о. Есть. Так, нашел свечу. О, все, я понял, да, фомка. Вот здесь фомка нужна. О, блин. А, вот шляпа-то где висит. Все, понял. Так. О, так, еще всё. Свечу нашел. Собирай, собирай. Свечки, а это да. Вот еще свеча себе. Ой, какая-то замануха тут лютая вообще. Так, что это значит? LR. Left right. Ну, так, типа только вверх ногами, видимо. Ну да, да, да. Так, обратно нельзя нажать. А, вот, обратно. Так, а я пойду телефон. О, еще свечка. А зачем? А, сюда важно. Мне кажется, может их сюда вставить надо, хз. Да, да, их надо вставить вот в эти емкости. Где? Ну а, вот, вот. Все, сейчас поставлю тоже. Сейчас, о, давай посмотрим, стоит. Как там должно это быть. Пять штук должно перевернул быть, да? Сверху слева три и две внизу. Да, внизу две через одну, справа, да. Да, да, да. Давай посмотрим. Слева сверху три и одна через одну. Еще одна осталась здесь. Одна, да. Ну, вот пошли комнату, я открыл ты этой фомкой. Голден. О, опа. Даггер нашел.
О, еще смотри, карту нашел. Дама. Golden Falcon. Ты нажал, да, на да, него? А все, я вот как раз вижу, открылась эта штучка. А. Монетка, угу. Погоди, монетка. О, смотри, пластинка. Ну, пока несложно. Пока относительно. Так, ну где-то найти, смотри, еще с тобой одну, да? Как его, свечку? Граммофон? Ну да, граммофон. Так, да, у меня есть свечку. Кинжал. А, вот лопатку. А, лопатку взять нельзя. Так, нужно понять, к чему кинжал зафурындить. А вот свечка еще одна, Сереж, нашел. На столе. О, стояла. Отлично. Давай. Да, и еще одну карту дали. Так, этот не берется валет. Уже, да? Да. Угу. Че, где у нас патефоны, граммофоны есть где-нибудь? Пока не видал. А в этой ком. А вот здесь у нас еще целая комбо патефон, Серег, здесь. Смотри, север. О, с шифтом, блин, бегать можно. Да. Я только сейчас узнал, когда смотри, игру здесь прошел. Надо собак поворачивать местами. Блин, я тебя потерял. А, вижу. И вот патефон, граммофон, тарелочку сейчас поставим. Там, честно говоря, надо слушать. Сказали со звуком, да. Finally, southeast. Southeast. Next. West, next, west. West был. Это второй. Да. Север наверх. Так, запад налево у нас. А southeast, по-моему, да, третий был. Ой. Я вообще не расслышал. Я третьего вообще не слышал. First looks northeast. The next. Вот. Northeast. Finally, southeast. Угу. Огонь. Карта. Все, супер. Ну вот, пошли, здесь у нас карты с тобой раз. Смотри, а что здесь надо сделать? 7. Так, у меня есть 7 бубни. Вот 7 бубни. А куда их ставить-то? Их надо что-то поставить, правильно? Так. Ничего не активно здесь. Открыть нельзя. Подожди, а вот кинжал, если ты не можешь кинжалом открыть? У меня фомка есть, я могу против фомки, нет? Нифига. А, вот! Вот, наверное, Серег, вот. Семерка. Чего, чего? Да вот, надо вот сюда на подушечки положить, видимо. А. Так, сейчас это у меня что? Это валет. А мы все нашли? Мы 4 карты нашли? Да, 4, да. Все 4, а, ну да. Тут изи, да. Так, дама, треф. Так, это сюда. И вот это вот сюда. Ничего себе. О! Ничего себе. Лихо-лихо. Заходь. Так, wine list. Так. У меня, кстати, еще, знаешь, меню какое-то было. Оперецер, first course, main course, десерт. The dining room table. Смотри, смотри, смотри. Смотри, аперитив. Мюсли in white... Wine sauce, потом основное блюдо, grilled river trout with asparagus, хотя на что-то другое, потом main course 010 OZ ribeye with garlic mashed potato и десерт. Каждый из этих блюд сервируется вместе с винцом. И чем-то есть похожее про вина? Да-да, у меня wine list целый. Надо как теперь понять, как расставить, да, их? Смотри. Сейчас. Значит, савиньон. А, во, и там будет написано к чему, да? Портраут. Да, я просто не знаю этих названий вообще. Этот хорош для темного, для десерта так, а из темного шоколада. У меня первое мюсли. In сейчас. A wine vin. White vin вот. Sauce. Да, мюсли. Да, да. С мюслями андалузский шерри. Надо бутылку найти. Сейчас посмотрим. Это Брум Роуз, Киберне. Вот он, смотри, у меня в руках есть. Ага. Давай ее первый поставим на пол. А, ну можно, на кстати, пол. Налить. Давай, да. А, расколем еще. Поделаем, смотри, наверное, открыть их надо как-то, наверное, еще. Я пока давай заберу все бутылки, а ты пока сейчас... Дай штопор раскать. Штопор нужен. А, ножом, может, попробовать? Кстати, ну попробуй на ниже. Хотя здесь, может быть, ящики что-то есть, нет? Ящик открывается, нет? Не, ящик не открывается. А вот еще бутылочка. Пинуар.
какие-то книжки тут двигаются, смотри, Серег. Надо где-то искать. Нет, штопор нужен, да, думаю. Книжки надо искать, как книжки расположить, Серега, здесь. Что-то же какие-то здесь непонятности. О, вентили. А, нельзя их взять. Да, нельзя, да. А вот, кстати, кинжал. Вот, смотри, кинжал клади сюда, Серег. О, отлично. О, ключик дали и какую-то табличку. Сбирай. По книжкам, кстати, подсказка, походу. Саншарк какой-то. Опа. А, ключ, ключ от двери был. А у нас здесь дверь есть? Ага. Была там, да. Слушай, здесь вот книжками что надо еще делать. Видишь, книжки двигаются. Ну как их поставить, я пока не понимаю. Можно подвинуть все, но пока не понимаю, как поставить правильно. Блин, ключик вообще должен подходить. Так, который с пером. Здесь какие-то две книжки. А вот ключик. Кстати, а, здесь шифр, блин. У меня в виде креста ключ. Надо найти скважину в виде креста. Ну пошли, здесь вот еще одна эта есть комната открылась. А, ты в ней уже? А, мы с нее начали. Да. О, Сан Крэнк. Да, пока непонятно. Ой. Блин, там есть, знаешь, что еще? Скот с картинками. Винишка, чувак пьет. И что это такое? Что это означает? Тут, видишь, есть вот сейчас... Здесь кодовый замок есть? О, смотри, короче, надо с газом разобраться. Я, кажется, сейчас пойму, как. Так, куда он идет, главное? Понятно. А, ну вот, направление, да? Он идет... вниз. Ну да, и надо штопор найти с тобой, я так понимаю. Так, а до вентиля идет. Хотя я сам только не могу. Белый. Не, сам не могу. Белый и какой это непонятно, что это за свет. Штопор left за меню, это динер, ну понятно, с ним ясно. Белый. Так. Сам вентиль какого цвета? Ты зеленый, что ли? А что ж с книжками надо делать, я не понимаю. Так, зеленый. А тут два желтых, что ли? Так, что ли? Ну, вроде да. И как запустить эту хрень? Так, я пойду пока поищу книжки, Серёг. Или всё наоборот. Где-нибудь на полках. Не, вообще правильно. Блин, а книжек-то больше нету. Только здесь книжки. А, вот у меня подсказка есть. Там книжки с животными, у меня просто подсказка есть по книжкам. О, погоди, покажи, а чё ж мы тогда сидим, голову ломаем? Там же с животными. Нет. Книжка? Нет, почему с животными? А, ну вот, смотри, подсказка, показываю. Сейчас. Дай посмотреть. Чё? Ну там, может, на обложках животные нарисованы, хз. Мы поймем, что куда двигать. Где, где это вообще? Да вот книжки? Они книжки, вот книжки. Ну я здесь. Ну здесь парнокопытный стоит. Ну вот. А, ну наверное, да. Вот здесь лев стоит, а здесь слон стоит. Все, точно, ты прав. Ну-ка, что там? Давай посмотрим еще раз. Так, давай. Так, лев это левый, да? Две, да. Вправо, три, две верхних вправо, три нижних влево. Давай сейчас.
Право, право, лево, лево. Ну давай все сделаем. Слон. Вот так, да? Ну да. Слон давай теперь. Так, слон, блин, а я не могу посмотреть почему-то. А правильно. А, нет, нужно две нижних полки местами поменять. Две нижних полки местами меняй просто. Подожди, подожди. Предпоследнюю вправо, а нижнюю влево. Вот так, да. А, здесь... а все. О, все открылось. АХЗ. О, смотри, еще с шифром. Да вот с шифром, да. Но здесь вот все с картинами, вот с этим. Видишь, картинки вот. Да, вижу, да. Вот она вот. Перепутано картин... все тут. Они не то чтобы перепутаны, они здесь висят как раз. И а вот, 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 смотри, ключ, ключ, ключ. О, ключ. Шикарно. А какой он, покажи мне. С крестом. Сам paintings will rig to hut. И бабки можно? Вот, смотри, ключ такой. Давай вот. Ключ, я знаю, куда его. Да? А, блин, нифига не такой он. С крестом именно, с каким-то. Надо, чтобы еще планка была внизу. Слушай, помоги с газом разобраться. Подожди, сейчас. Сейчас сам painting will rig to hut. Здесь вот это была, свечка стояла. Куда я свечку делал? А вот она. Некоторые картины сложно нарисовать. Да-да-да. Вот здесь свечка у меня есть сейчас. Как-то ее надо сжечь на свече, я так понимаю. Нет? О, блин. Слушай, я ключ просрал, походу. В смысле? Ну, он у меня вывалился и забагался в текстуре. Ну, у тебя, правда, такой же. Ну, это бред. А вдруг их два надо? Тогда провал. А где ты? Может, ты его увидишь, да. Смотри, вот тут лежит. Не, я не могу тоже взять. А ты видишь кусочек, да, его? Ну, да, да. Кусочек вижу. Mm. Блин. Не могу. Он багнулся. И мой багнулся. Ой, не, я твой подобрал. А. Хорош. Блин. Ну, ну ладно, чё. Ну, давай, но они абсолютно одинаковые. Ну, может быть, их два на всякий случай про запас. Смотри, здесь две картины с женщинами. Вот, видишь, танцующие. Их здесь две. Скорее всего, по комнатам картинок посчитать. Скорее всего. Одна с нотками и смотрит вправо. Так. Так, сейчас, погоди, он несколько. Как там идут? Так, третий номер, цифра 2 должна быть, скорее всего. Да, пробуем. А почему ты так подумал? Ну, две картины, я думаю. Вот здесь картина, где чувак бухает. Мне кажется, колеи. Вот чувак бухает. Здесь картина, раз картина, два картина, тоже, слушай, две вроде картины. Нет, здесь три, вот третья. Где третья? А, вот, ну это картина, думаешь? Ну это вообще похоже. Фото, да. Типа. Вообще фото. Ну давай пробуем пока два, потом посмотрим три. Ничего страшного. Так, на Z у нас световой зум, да. Так, потом у нас картина, где чувак усатый смотрит влево. Вот он, да? Да, здесь раз картина. Два картина, три картина. Так, больше нету. Наверное, да, наверное, три, Серега, да, тройка. Это типа не считается пространство? А, ну да, ну тут, ну, да, тут нет ничего. Больше. Так, это получается должна цифра вторая, должна быть тройка, по идее. Так, и что там еще? И где, ну, я не знаю, какая девушка, не знаю, с чем там, с черенком с каким-то. С чем? С черенком, типа. Вот она, вот черенком. Она. Или это мужчина с черенком, или с пикой какой-то, не знаю. Раз. А. Здесь напротив него два. Ну, типа, тоже два, что ли. Слушай, Серег, а вот и для ключа, вот же для ключа. Не откроется? Ну, видишь, там внизу еще перемычка. Не пытается, не получается. Не, не, это нет, нет, другой тут замок. Ой, слушай, у меня этот ключ забагался. Все, жопа. Ну... Я его выронил, и он тоже забагался. Так, там три, да, по-моему, было все, как я тебе говорил тоже, да? А для два, по-моему. Что происходит? Да я часы открываю, пытаюсь понять, что с ними тут можно сделать. Подожди, а как там было? С мужиком три картины. Алкаш, где алкаш, три был картины или две? Что-то я запамятовал. Две, а, здесь непонятно, либо две, либо три, да? Давай три. Сколько вариантов цифр вообще там? Да, 9, наверное, 9, да. Может, какое-то число тут спрятано в комнате,
а не количество картин. Возможно. Ну, здесь просто, видишь, some painting will react to heat. Некоторые картины... Нет, слушай, надо их, наверное, сжечь. Да ладно. Да. Блин. Видишь, смотри. Цифра 2. О, вот, 2. И сложить потом. Не сложить, зачем? А, просто, да. Так, это алкаш. Так, это первый. Не первый. Почему первый? Это второй или третий? Какой там? Который мужик там смотрит? Алкаш первый. Алкаш ноль. Алкаш, а ты выставил 0. Уже два, второе? Не выставлял. Ну, я это запортачил. Смотри, алкаш ноль, который с мотыгой 8. Так, сейчас, подожди. Это 2. С мотыгой это последний. Девочка танцующая 6. Шикарно. Ну и там и какая-то двойка была, да, которая влево чувак смотрит? Подожди, ничего не получилось. А, погоди, блин, может быть, девку нет? Я ж присел, они должны наверх смотреть. Так, подожди еще раз. 0, 2, 6, 8. Ну да, надо просто это сверху делать, очевидно. 0, 2. Подожди сейчас. 6. Ну вот. Или как? Годи. Или алкаш, я не понял. Алкаш. Ноль? Алкаш. С нулем, да. Ну, это не алкаш, Нейман. Бородатый двойка. 0-2. Двойка. Слушай, а может, не ту девочку посмотрел? Погоди. Вроде да, там... надо смотреть, где рядом с ней... Этот... Да там на обеих крыса. Если слева внизу. А, ну по ногам сориентируйся. Ну, сейчас. Видишь, у нее балетки такие беленькие, перевязанные. Ну да, она шестерка, цифра 6. Она третья. 6-8. Я просто не могу понять, в какую сторону эти цифры-то должны смотреть на замочке. Ну, если присядешь... 8. Ну там же стрелочка, ну, есть, Серег, слева, справа у тебя две стрелочки. Ну, надо классотиться. Я хоть тебя и не вижу. Все, понял. Я тупанул, да. Ниже как раз, да. Во. О, звезда. Ну, давай. О, отлично. Ёпта. А вот и ключи как раз, которым похерили. Ну все, ГГ. Да не. Мы это не пройдем. Они забагались. Не может быть такого, не верю. Но они багнут реально. В текстуры провалились. Печаль. Погоди, а... Так, описку можно выкинуть. Давай с вином решим вопрос. Может, как-то. Это по сути это финал. Нам все равно еще ключи же надо где-то найти. Правильно? То есть мы не все еще откопали. Ну да, с вином решим, дадут, наверное, еще. Ну да, давай пробуем. А что, давай что-то здесь. Я с газом не совсем разобрался. Давай. Ну, то есть я понял принцип, там подсказка есть, просто надо выстроить таким же образом по цветам. Ну давай. Не получилось нихера. Но я выстроил. Не давай, сработал. Давай пробуем. О, paper. А, ну, will где-то... react to heat. To heat. Господи, ты так прочел, что я вообще по-другому перевел. В твоем произношении это звучало как некоторые картины сложно нарисовать, типа. Mm-hmm. А на самом деле некоторые картины реагируют на тепло. Перевод. Блин, да, видишь, мы так лоханулись с ключами-то, а? Оба, ну блин, баг, типа. Пойдем, где газ этот я найти теперь не могу. Ну, где винный кабинет. И вот дверь еще. Ну смотри, просто знаешь, что странно? Вот этот ключ, кстати, ну и все, не берется. Прикольно, что тут не одна комната, а особнячок целый. Ну да. Слушай, ну у тебя вот здесь подсказка по идее, нет? Смотри, да вот, желтых, я по ней все выстроил желтых. Абсолютно. Там белый, темный или что это, черный или какой? Красный, непонятно.
По идее, надо сделать желтый-желтый. Я сделал зеленый, потом в центре, как бы, и там сбоку, сверху, белый-черный. Там все просто. Так ты неправильно сделал. Да не, я уже там переделал все. Я просто не совсем понял, на что они должны смотреть. Вот белый, по идее, на стрелку должен указывать на верхнюю. А, вот, пошло. Странно. На стрелочку нужно. Ну, слушай, у нас первый ключ с тобой есть. Ура! Первый ключ? Да. Покажи, покажи. Ну, я вон его поставил, уже вставил, посмотри. А достать можно его? Я просто хотел посмотреть, как он выглядит. Да такой же, они одинаковые все четыре, Серега, дома, скорее всего. Блин, а что ж с вином-то делать? Я не пойму, где штопор-то брать? Они открываются, их нельзя открыть. У тебя никаких инструментов больше? А ты где ключ-то откуда достал? Да он отсюда, из трубы, что ли? Да. Думаю, может, как-то поджечь можно эту хрень? Может, надо как-то вот так просто поставить по очереди, типа. А, слушай, наверняка. Да не, да, не, конечно. Да не, не, Серег, надо налить как-то. Чтобы налить, надо как-то их открыть. Да ничего нету, да? Mm-mm. Больше предмет не осталось. Ножом не смогли открыть. Так, сейчас, подожди. Left the menu on the dining. Не, фомка нельзя. Room table for you approval. Истина. Да, обида, обида, обида. С ключом. А то они лоханули жестко, конечно. Ну там, не, ну это в движке есть баги. Там с пластинкой у нас был баг, еще там с чем-то. Текстурки тупо багаются. Блин, здесь вообще ни ножей, ничего нету, никаких. Да, есть вот только часы еще, с которыми тоже вообще. Ну, часы только открываются, я тут за письмом забирал. А, ну да, 8:15 на них. Тут какой-то диван, там кровище. Не, нифига. Wine list. Где здесь на кухне должно быть что-то? Не, лист у меня в руках. Вон. Нет, что, с чем понятно сочетается? Я к тому, что... Сейчас. Fireplace Poker. Ну, блин, ему тоже не откроем. Что это, что это, что это? А, это ты перевернул. Но это все уже не работает. Есть какая-то кнопка, button. Можно забрать, кстати, обратно всю эту хрень. Блин. Тут ничего, ни бивни не берутся, картинки не берутся, книжки толку двигать нет. Где-то что-то должно же быть, правильно же? Здесь как бы все последовательно было, по крайней мере, в начале. Можешь покидать их об что-нибудь. Серёг, ты тут? Да, я тут, я пытаюсь ключи обратно вернуть, баганные. Может, туда какую-нибудь другую вещь выкинуть, может, разбагается. Ну, давай посмотрим, прочитаем, что там нам надо для вина. Давай пробуем поставить ради интереса, не знаю, ну что-то я не понимаю пока, что надо сделать. А сколько у нас блюд? 4? Да. Получается, давай первое попробуем, мюсли, да. Второе grilled river trout. Так, подожди, подожди. Так, а значит, мюсли это андалузиан. Да. Шерри. Просто хорошо она встает туда на полку. Ну да.
Второй грил, тривер, троут, виз, аспарагус какой-то. Грилд, ривер, троут. Я хуй пойми, что это такое. Это надо... Грейт? Ты греат? Грилд. Грилд. Грилд? Ну, типа на гриле, да, гриль. И как это? Ну, это надо переводить. Я просто... Ну, давай пока дальше что-то. Тут недословно, да. Рибай, виз, гарлик, машт, потейто. Ну, стейк, рибай. Ну, да, короче, для рибая каберне 64-го. 64-го, да. Так, сейчас это у нас третий будет. Каберне 64-го. Ну да, они прям как будто ставятся, да. Mm-hmm. Так, и четвертый у нас с тобой. Dark Chocolate. Mousse with Raspberry. Это у нас Sharp Shiraz, да? Нет, подожди, Sharp Shiraz для Dark Chocolate. Ну, я и говорю, у нас а Dark Chocolate. А там что у тебя написано? Dark Chocolate, Mousse with Raspberry. Да. Так, еще раз, со вторым надо разобраться. Можешь перевести и в переводчик забить? Да сейчас посмотрю, давай. Grilled River Trout. Trout, как вот переводится, интересно. А, River. Ну, River. Так, у меня есть два Trout'а тут. Как, а что у тебя там? А, нет, один, кстати. Какой? Один Trout, да. Короче, Kerman Sauvignon Blanc. А, все, есть такой. Давай. Блин. Ну, изи. Ну все, понятно. Короче, мы пролюбились с двумя ключами. Еще один ключ есть. Последний, да? Да, ну, да. Ну, считай, прошли. А ты думаешь, это конец, финиш, наверное? Да, все, вот сюда надо было дойти и забрать бабки. А-а-а. Да, ну и того, блин, что... Блин, так тупо. А ты два, оба ключа, да, потерял? Да. Пиздец. Обыдно, слушай. Ну да, они не берутся, блин. Подожди, ну если попробовать. Самое интересное, да, что я пробовал. Бутылку можно взять. А... Вот у меня есть еще там плоская, типа, хрень такая, не знаю. А ключ не берется вообще. Ну вообще, он под текстурой его, да, не видно. Странно. Тупо. Ну да, это как-то нелогично, блин. Я пытался эту дверь, потому что открыть, видишь, тут я замок понял, такой же. Да. Ну, может, причем... это не конец, кстати говоря. Может быть, эти двери откроются, кстати. Мы ж видели еще где-то решетку такую. Или одна она там? Да не одна вроде. Не, замком еще там вот, который там, где у второй двери мы потеряли с тобой ключ. Ну да. Не, ну да, тут, судя по всему, конец. Да, да. Типа сокровищница просто тупо. Угу. Да. Ну, считай, прошли, короче. Ну, в принципе, да. Забагалось. Мы молодцы. Блин, пол первого, я пошел спать. Да, я тоже буду отдыхать, да, Сережка. Надо спать, усыпаться. Ну мы молодцы все равно. Не, ну если что там, просто мне интересно, ну, мы, если... Ну, туговатые немножко, ну... Да не, целом, мы быстро да, достаточно, если ключи эти не посеяли. Мне просто интересно, это... Что-то будет, если мы пройдем, что-то нам спасибо скажет или что, или нет? Ой, ничего, я думаю, ну в крайнем случае, типа, оцените там по шкале для... Для других пользователей, может, звездочку поставьте там, да, я думаю.